Всем привет! Продолжаем Пенумбру. Мы закончили на том, что мы забежали, сохранились. Мы нашли топливо. Правильно? Так. Мне нужно запустить мост. Угу. Надо понять, где и что. Короче, надо бежать еще раз с территории, потому что... Плохо помню, куда и что. Так, окей. Так, здесь у нас примерзло. Может быть, мы что-то упустили. Здесь такая территория большая, и наш персонаж еще замерзает достаточно быстро. Примерзла. Так, дверь открытая. Здесь мы были, да? О! Так, типа погрелись, да? А я вот тут была или нет? Что-то я не помню. Не помню, чтобы оно горело. Так, здесь ничего нет. Ага, вот что-то еще есть. Сейчас так замерзну быстро, ей-богу. Блин. Не открывается, примерзла. Мне кажется, как будто тут была, нет? Так. Мы тут были? Да, мы тут были. Так, погрелись чутка. Я не чувствую ног. Плохо дело, блин. Это плохо. Надо бы найти отсюда выход. Место такое. А как это? Я с той стороны обошла, бежала здесь. По краешку. Да? Да, вертолетная площадка. Здесь еще собачки пробегали. Тут я была. Сейчас в другую сторону вообще вышла. А, точно! Я же вернулась назад. Я давно не запускала игру, ребят. Плохо помню. Угу. Я тогда вроде бы все бежала, здесь вроде бы ничего и не было, да? Блин, блин, по кругу бегаю. Я заблудилась. Сейчас направо и по прямой. Так, там мы погрелись. Чутка. Замерзаю. Замерзаю. Здесь мы были? Здесь мы тоже были вроде бы, да? Да, мы тут были. И что же, нифига нет. Я здесь топливо нашла как раз. Ох, блин. Чувствую, серия это будет долго. Да. Побежали. Ты чё не бежишь? Вот, мне вот сюда надо. Пойдемте там еще побегаем. Я вот тут плохо бежала. Так, бежим по краешку, чтобы я не потерялась. Так, это у нас закрыто. Даже если помру, то ничего страшного. Блин, он замерзает у меня. Вот тут я не была. Да ты чё так быстро-то? Очень быстро, блин.
Так, ладно, бежим, здесь ничего нету. Сигнальный факел. Тупик. Главное запомнить территорию. Так, мостик. О! Вот так можно, наверное, греться. Так, хорошо. Грейся, грейся, грейся. У меня идет кровь. Ничего себе, обморожение и сразу кровь. Хм. Так, это чё? Это не работает. Так, давайте еще погреемся, пожалуй. Блин, а сколько же надо стоять, чтобы прогреться? О, здоровенько. Уже замерз. Нет, еще пока. Ну. Так, это что? Мост? А куда мне надо вливать? Канистра. Ну-ка. Что-то у меня здесь упало, простите. Не поняла, оно зарядилось? Так, кнопочка. Кнопочка. Питается от этого генератора. Ну я же залила. Что тебя не устраивает? Бляха-муха. Пошлите греться. Может, еще с той стороны? Ну, вот этот выключатель. Но сначала мы сюда. О! Ты типа обжегся? Вот это да, вот этот поворот. Давай, агрессия, приходи в себя. Зелененькие побежали. Так и будем бегать. Как-то быстро он замерзает прям. Ай, я же сказала. А чё это? Теперь я не могу наверх поднять. Как интересно. Ну, мы еще чутка погреемся, пожалуй. Так, ладно. Может, что-то еще есть? Бензин я залила, ребят. Угу. Кнопочка какая-нибудь, не знаю. Ну, залила же я бензин. Не запускается, да? А чё не срабатывает? Так, теплая комната. Так, первая помощь при обморожении. Очень интересно, но ничего не понятно. А я тут была, да? Угу. Ничего не активно. Это плохо. Так, оттуда мы пришли, да? Что же мы оставили? Ребят, я решила вернуться сюда. Я бегала всю территорию, и просто я вырезала беготню, потому что мне нужно что-то еще. Мне не хватает. То есть я туда бензин-то залила, может быть, еще какой-то где-нибудь есть. М-м.
И где-то что-то я не вижу опять. Здесь это или не здесь, я даже не знаю. Но я не помню, я вроде бы здесь же была. Мы здесь лазили, прыгали. Вон туда и на ящике туда. Мы тут дверь открывали. Тут ни хрена нет. Там-то и прикол. Предлагаю бежать все, осмотреть внимательнее. Где-то что-то я упустила. В каких-то углах. Где-то это заныкали. Потому что я ничего не могу сделать. Это у нас так и закрыто, да? Давайте сейчас пока тут. А, блин, а там вход, что ли? А я туда не ходила. Как это так? Я же тут была, помните, я долго упорно пыталась залезть. Вот оно, блин. Приплыли. Сохранение. Все, мы нашли. Пипец, я столько времени потеряла, обидно. В смысле, блядь? О, отстань! Монстр! Монстр! Да не туда, блин! Дебил! Давай, лечись, я случайно. Уху! Ого! Он за мной побежит? Ну его в пень, а? Я не ожидала этого, блин. Подсунули, как так? Фу, все, убежали. А если бы я тихонечко бы вышла? Блин, не туда. Это ж надо было так напугать-то меня. Блин, у меня это самое здоровье. Где выход-то, блин? Стоп, нет. Куда-то я не туда иду. Сейчас помёрзну. Я не вижу вообще, куда идти. Это что такое? О, давайте погреемся. О-о-о. Выскочил. Он, походу, выломал дверь, да, там, в этом контейнере. И все. И побежал за мной. А это спасет меня вообще? Мое это. Я все эти потратила. Как это? Ну, пипец. Мне вообще лечилка не останется. Я тут очень долго бегала. И опять потерялась. Как отсюда выйти? Опять красная, да? О, нашла. Сейчас сохраняемся, бежим, заливаем бензин. И идем запускать мост. Еще. Жесть какая. У меня сейчас красное, да, здоровье? Не пойму никак. Блин, а здесь сохранения не было раз. Или сохранка там... А, во-во-во-во. Комната сохранения. Пожалуй, сохранимся. Ага. Все, можно идти. Там через костер. Так, над комнату найти. Ну, выход. Дверь. В смысле, надо найти дверь. Где она была? Так, здесь тупик. Опять красная. Чё так быстро-то? Это чё? Здесь ни хрена. Здесь ни хрена. Приплыли. О, вот оно. Или я отсюда вышла? Я не помню. Да, блин, я отсюда вышла. Фу.
Ну ладно, помру так помру. Я не буду использовать аптечки, потому что... У меня их мало. О, костер, кстати. А, блин, вон мост. Я из-за красного экрана ни хрена не вижу. Давайте постоим. Ух, отогрелись. Весь экран был красный. Плохо дело. Грейся, грейся. Угу. Во, зелененько, быстро. Так, все, погнали. Так, давай. Сейчас он должен заработать. А? Да ты чё, блин? Ну-ка. Так, он поехал. Пойдемте греться. Здесь была еще одна комната. По-моему, вот рядышком. Вот она. Давайте чутка погреемся, да. И побежим дальше. О, кстати, это тоже двигалось. Прикольно. А как долго тут надо? О, зеленые. Все, пошлите. Так, мост уехал. Ну как переместился тут. Так. Куда мы выйдем? А, мы с другой стороны, что ли, вышли, да? Как-то. А, гляньте. Это с другой стороны. Вот рычаг какой-то. Повозиться. Похоже, с этим мостом придется повозиться. Я уж поняла. На. Не бузи. Я тебя костер развела. Так, еще один генератор. И еще один бензин, видимо, да? Еще что-то искать придется. Почему-то не активно. Ну-ка. Ай! Вообще-то я не специально. Чё так? Плохо-то. Прижгли меня. Так, ладно. Осматриваемся. Так, здесь пусто, здесь пусто, здесь пусто. Так, какое-то помещение. Идем сюда. Давай, пошли. У нас новая локация. Вроде бы как. Гляньте. Да, действительно, смотрите. Так, дырка в полу. Кровище на полу. Огнетушитель, комната. Так, либо заперто, либо завалено. Здорово. Глубокий провал. Результат работы этих жутких тварей. Это типа они сделали? Вот это да. Ну-ка, а если кинуть? Смотрите. Высоко. Нормально свалился так. Хорошо упал. А я аптечки все потратила, ребят. Караул. Тоже монстр за мной будет бегать, да? Хи-хи. Так, это что? Не работает? Не работает. Блин, тут кровища. Что-то происходит. Мне опять все трясется. Файр. Файр, да? Ну давай сеть. У. А что, удерживать? Давай походим. Так, спуск вниз, да?
Слизень, вы видали? Слизень. У нас новый враг, вот слизень. Прикол. Ты в смысле ты его уронил? Ты чё? Как ты его уронил-то? Подкатить-то, а? Слушайте, а везде раскидано. Наверное, бестолку, чё с ним хожу-то. И тут раскидано, смотрим. Так, здесь кто-то завалил, точнее. Неактивная. Неактивная. Здесь мы были. На всякий случай, а то что-то упущу опять. Здесь нифига нет. Бежим дальше. Что-то FPS тут просел почему-то. Игрушка, ты давай, не бузи. Не бузи, игрушка. Ха, странно. Я сейчас как будто дверь отодвинула, да? Ой. Кажется, это один из членов отряда Джейлы. Мужик. Здорово, мужик. Сохранение. Так, ящики. О, батарейки. А дайте мне эти обезболивающие, а то я все потратила, блин, пока я там бегала. Рау. Вот так. Работает. Мусор. Давай, тащи! Вот так. Там ни хрена нет. Тут тоже ничего нет. Ой, смотрите, вот там дырка в стене, там трубу прорвало, да? Угу. А там внизу слизень полз, кстати. Так, куда бы сходить? Направо, налево. Как интересно. Так, кажется, это один из членов отряда Джейлы. Такой же мужик валяется. Давай. Там есть что-то или нет? Это... Ни хрена нету. Отлично, компьютер не работает. Ага. Так, нескончаемая вьюга. Там нифига не видно. А снег идет. Снег идет, да? Угу. Там тоже ничего нет. Потолок. Че, у нас путь один? Сюда. Получается. Правильно? Так. Что происходит? Внимание. Ввиду определенных обстоятельств собрание отменяется. Просьба всех сотрудников покинуть помещение и вернуться в... Понимаю твои опасения, старина. Всегда странно получать советы от того, кто уже давно утратил способность говорить и превратился в пепел. Но не время для раздумий. Я благодарен тебе, однако должен тебе сказать, что... Что случилось? Блин, гляньте, как ровно стоят. Странно, я не вижу, ну, обычно, значит, какие-то эти загадки там с книгами. Ну, чтобы подвинуть, потайной ход. Ну, у нас такое подобное было уже просто. Значит, ни хрена нету. Пусто. Чё такие жадины-то, а? Жлобы. Дайте мне чё-нибудь. Не работает. Не работает. Угу. Что за кабинет вообще?
Ух ты, это еще что такое? Ничего. Ну как туда попасть? Я очень хочу туда. А меня не пускают. Ой, блин. И столько комнат. Очень много комнат. Так, направо, налево. Ладно, пойдемте сюда по кругу. Это, наверное, та же комната. Да, это та же комната. Не открывается. Файер валяется. Он, кстати... Так, собрали, окей. У меня этих файлов, простите, 9 штучек. Множество пыльных увесистых книг. Анатомия, вирусология, химия. Химия, химия. И ничего не подергать, да? Угу. Ничего не подергать. Тут тоже как-то пусто. Тоже пусто. Пока не вижу ничего. Здесь тоже. Кстати, еще вот. А, я могу ее просто взять. И все. А использовать не могу. Хм. Ну ладно. Так. Еще один. А этот активный? Да. Я думала, шахта. Не, не шахта. Батареечки. 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 Книжечки всякие разные. Мусорный бак. Куда ж без него? Чё это, чё это, чё это? Фотографии чьи-то. Чё написано? Вообще непонятно на самом деле. Не видно. Календарь на 2000 год. Одна из дат выделена 3 марта. Чё 3 марта? Так, вот это вот заколочено. Так, что это? Угу. Тоже все пусто. Ничего нет. Ничего не положили. Разработчики могли бы побольше бы оставить-то ресурсов-то. А тут открывала я? Чуть не помню. Чуть на столе. Прожектор. Хочу смотреть. Кстати, тряпка. Старая мокрая тряпка. Зачем? Странное изображение. Внизу есть небольшая надпись. Распространение вируса. Ага. Намек понят. Фотографии персонала. Расписание конференции и собраний. Сюда что-то найти и вставить надо, да? А что посмотреть? Тряпку. Ну, это так, конечно, я уже. Бухты-барахты. Чё ты не нашла, что ли? Как интересно. Чё ж делать? Не открывается. Никаких знаков на полу нету.
Интересно. Очень интересно. Ай, блин, помру, да? А как мне скрыть дверцу-то? Ой, а вот тут дверь. Я пытался открыть. Заперта. Есть мужик, сохранение. Куда, блин, идти? А чё по заданию? Может, мне что-то написали? Ну, починить мост. У меня все то же самое висит. Пока активное. Ребят, давайте на этом серию мы закончим. В следующий раз мы продолжим. Будем искать выход, куда и что идти. Все, всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока-пока.